Даже люди с неординарными анатомическими пропорциями, к примеру, с лимфедемой, могут почувствовать заботу меди. После операции я была очень довольна, что мне смогли помочь. Потом моя рука сильно распухла, и я не знала, что делать. Только спустя долгое время было установлено, что это лимфедема, и что после такой операции это практически неизбежно. Затем мне делали лимфодренаж и бандажирование. Это помогло, позволило постепенно восстановить качество жизни. Теперь я знаю, что необходимо настойчиво выполнять все предписания, регулярно делать лимфодренаж, бандажирование и ежедневно носить компрессионный рукав.